Идем дальше. А впереди на склоне пасутся кони. Он коричневый, белый. Там уже где-то стадо целое оно пошло гулять, пастись на вольные луга, хлеба. А внизу еще далеко, конечно, вон там, около моря, киносъемочный городок. Сейчас мы к нему вот и спускаемся. Сзади нас уже Ичкидах. Мы от него отдаляемся. Вот уже мы приближаемся к нашим конячкам. Они вон встречают нас. Смотрите, какие рельефы гор, а вдалеке красавец Карадах. Смотрите, по каким сегодня красивым местам мы идем. Просто обалдеть. Склоны гор, обрывы, размоины, горы, заплетенные в косички. Смотрите, здесь практически никто не ходит. Вообще сюда мало кто может добраться. Красочные рисунки на обрывах. Посмотрите, какой вид с этой стороны открывается, как наши крымские каракумы. А снизу обрыв. Я сама на обрыве нахожусь, только на другом склоне. А там просто обрывы сходятся друг к другу и создают ущелье. И ущелье вот так вот идет разными разветвлениями до самого моря. Это наши крымские каракумы. Вид просто завораживающий. Вышли еще на одно открытое место, уже ближе к цели. Вот там уже близко совсем киносъемочный городок внизу. Сверху мы шли, был ландшафт Каракумы, а тут, посмотрите, лунный ландшафт. И по всему склону горы сосны. Сверху растет можжевельник, а внизу сосенки.
Она вон туда, в тот сосновый оазис. Там мы позавтракаем, обедаем. Потому что мы как с утра вышли, еще привалов не было. Решили, что в 2 часа дня уже можно и позавтракать. Все, идем и снимаем. А с другой стороны склона, где мы идем, ландшафт Каракумы. Вот так между двух ландшафтов мы и сегодня путешествуем. Переваливаем уже к спуску к киносъемочному городку. Вон он уже рукой подать. Вдалеке Крабья бухта виднеется. Там люди, смотрю, на машинах. А среди гор краснеет виноградник. Посмотрите, какой алый среди коричневых гор. А мы сюда, тут наш привал. Ну вот, мы уже внизу. Вот там нам не удалось поесть, потому что на всех стоянках отметились лошадки. На каждой стоянке не отметились. Да и палатка там с конкурентами. Нудисты там поселились, отдыхают на солнышке, греются. Пришлось и терпеть обедать до самого низа. Че завтракать? Спускаемся, мы уже почти внизу, около моря. Почти около киносъемочного городка. А тут вот поставили вот такой вот вагончик. Железный, не железный, но с трубой. Значит, буржуйка там есть. Зимовать здесь можно.